В этом году в Ангарске отремонтируют 9 участков дорог. Это Ленинградский проспект, улица Алешина, Крупской и другие. Работы выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» при областном и муниципальном софинансировании. Кроме того, по словам представителей администрации округа, будет проведен капитальный ремонт путепровода в поселке Мигет. Общий объем финансирования составит примерно 500 000 000 рублей. Мы запланировали 519,5 миллионов рублей. Выполнить в 2023 году, это на текущий ремонт автомобильных дорог 387,4 миллиона рублей. И часть 132 миллиона запланировали на первый этап выполнения работ по путепроводу в Мигете. Отмечается, что самые масштабные работы проведут вблизи социальных объектов. Так, в этом году наиболее протяженным участком с обновленным асфальтовым покрытием станет Ленинградский проспект. Дорога ведет к Ангарскому перинатальному центру. Там заменят почти 5 километров полотна.